Здравствуйте, друзья, подписчики, любители Counter-Strike. В четвертом выпуске классной стрельбы речь пойдет об Александре Костылеве, который много знает под ником Simple. Этот 17-летний украинский парень играет в команде Hellraisers, которую он перешел еще в сентябре 2014 года. Многие считают его лучшим аймером, таким вундеркиндом Counter-Strike, да, действительно. Этот парень показывает стрельбу высочайшего уровня, чем вы сегодня убедитесь. Ваше внимание представлены фрагменты его матчмейкинга. Карта DDoS 2. 9 раунд, 7-1 в пользу террористов. Такая изи катка для Симпла. Он особо не напрягается, переписывается по телефону. И остается в середине раунда в таком клатче. 1-4 убивает одного на парапете. И идет на центр, чтобы подобрать бомбу. Стреляется центром. И запрыгивает на зигзаг. Ему заходит в спину. Теперь нужно понимать точно, что у него есть инфа. Он находится на зигзаге. И Александру нужно правильно отыгрывать. Флешит респ. Но зум сливает соперника. Стреляется с плендом. Опять сливают. Уже минус 3, ребята. Устанавливает бомбу. Далее идет игра. Сейчас зайчиков пойдет. Зачекал. Контртеррорист тоже играет зайчика, ничего не остается. 1-1 против снайпера. Прострелы идут. И опять ноузом. Феноменальная просто стрельба, я не знаю. Высочайшего уровня. Настолько у парня быстрые точные движения. What the fuck, пишет контртеррорист. Да, действительно, раунд 1-4 они не затащили. Ведущий британский аналитик и корреспондент Данкан Шилдс с ником Торин после прогремевшего DreamHack 2014 составил свой рейтинг CSGO команд. Он выглядит так. На первом месте у нас Ignatic, на втором французская команда LDLC, на третьем Virtus.pro. В принципе, ничего неожиданного. Четвертый идет NATO Swincer из Украины, пятый ниндзя в пижамах, шестый Dignitas и седьмые, как видите, Hellraisers. Причем самое интересное, что эта команда Hellraisers перед DreamHack его списке была девятая. Как видите, она улучшила свои позиции. Это не может не радовать, тем более, что в их команде играет такой классный снайпер. Ну и напоследок. Игра на центре от Simple за контртеррористов. Где он опять, по сути дела, делает раунд. Всем приятного просмотра, успехов. Пока.